Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – аэрогриль. Полтора месяца назад мы представляли вам этот аэрогриль. Вы его раскупили полностью, буквально за несколько часов. Сегодня появляется новый белоснежный цвет с золотой каемочкой. Смотрится очень эффектно. Кстати, на нашем телеканале вы можете подсмотреть сегодня кулинарные лайфхаки одного из главных телевизионных кулинаров нашей страны. Или просто получить удовольствие от общения с чудесным человеком. Григорий Шевчук, прошу любить и жаловать. Гриш, привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Привет. Здравствуй, Оленька! Я вам хочу сказать, что уже 9 лет компания Китфорд не устает нас удивлять и постоянно радует и, опять же, удивляет потрясающими изобретениями. Посмотри, вот этот аэрогриль, он заменяет сразу 3 огромных кухонных девайса. Так. Это у нас духовка. Духовка. Раз. Это у нас приготовление во фритюре. 2. Это у нас непосредственно гриль. 3. И как все выглядит, готовится быстро, просто красота. Я покажу тебе, какое получается у нас потрясающее, роскошное мяско за счет того, что все это готовится благодаря горячему воздуху, который движется как торнадо внутри этого прибора. И это называется конвекция. Ой, посмотри. Какой аппетитный кусок мяса. Ну-ка, давай его разрежем, посмотрим. Обязательно. Хорошо ли он пропекся, сочный ли кусочек получился. Конечно, конечно, конечно. Посмотри, у нас получается запечатанный кусочек мяса, который сохранил в себе все самое ценное и самое лучшее. А вот то вредное, что бывает, посмотри, оно у нас все остается извне. Вот такой кусочек. То есть, вот получается, кусочек. Сказать, готовя здесь в аэрогриле мясо, оно получается диетическое, что ли? Абсолютно. И я тебе сейчас докажу, почему. Потому что бренд Китфорд заботится о нашем здоровье, и он придумал специальное устройство. Вот в этой чаше есть антипригарное покрытие, которое защищает все, что ты готовишь от ненужных пригарных дел. И весь жир, да, самое главное, посмотри, весь жир, который у нас вреден, который у нас остается после приготовления. Ай-яй-яй-яй, вот так вот покажу. Нет, там антипригарное покрытие. Мне нравится прям вот в аэрогриле больше всего. То есть весь жир мы не съедаем, а он стекает вниз, то есть не попадает в наши сосуды, в наш организм. Вот самое вредное, что остается после жарки, после приготовления, вот это все остается у нас извне, и мы его не употребляем. Вот этот холестерин, все. То есть едим вкусненькую еду, но только уже со здоровьем, используя для нас. Так, скажи, пожалуйста, как управлять аэрогрилем? Как управлять? Мы берем, выкладываем в трехлитровую чашу, например, в данном случае колбаски, которые сейчас будут особо популярны, ну, потому что начинается сезон. Ну, кто-то на мангале будет готовить, а мы в аэрогриле, и ничуть не хуже. Абсолютно. Смотри, отправляем сюда, выбираем температуру, ставим, например, 160 градусов и включаем 15 минут. Все. Здорово! Вы посмотрите, как легко и просто. И все это аэрогриль, который обожают наши любимые телезрители. Это отличное вложение ваших средств и денег. Кстати, обратите внимание, это 3 в 1. Это духовка, это фритюрница. Это полноценная, можно сказать, плита, правильно? И, кстати, если вы сейчас вот просто посмотрите на свою кухню, вы поймете, что нет места расположить всю эту технику бытовую. Но зато есть место для чудесной и привлекательной вот такой вот композиции в виде аэрогриля. Аэрогриль от бренда Китфорд только сегодня 4999 рублей и бесплатная доставка в любой регион России. Я хочу, чтобы новые покупатели сегодня все-таки решились на свою первую покупку. Такой цены нет ни в одной точке мира. Только у нас цена действительно только сутки. С бесплатной доставкой, еще раз напомню. Слушай, Гриш, я вот хочу, чтобы ты на меня тоже посмотрел и сказал мне. Я каждый день просыпаюсь с мыслью о том, что сегодня я сажусь на диету. Я так мечтаю похудеть, особенно к лету. Но я понимаю, что для этого нужно есть вареную морковку, вот эту невкусную капусту вареную. Это же все невкусно. Я хочу есть вкусняшки, но худеть. Можно ли вот так вот, а? Я, конечно же, скажу тебе да. Не то, что можно, а нужно. С аэрогрилем Китфорд можно приготовить абсолютно все, в том числе нужные, полезные и потрясающие овощи, потому что они обдаются вот этим вот торнадо из горячего воздуха, которое называется функция конвекция. При температуре от 80 до 200 градусов, и у тебя остается только самое нужное, самое ценное, самое красивое, самое полезное. И все это настолько легко и настолько приятно горячим воздухом. Представь себе, какая температура, какая красота. Вот эти все линии, да, которые сейчас видят наши уважаемые телезрители на экране, они показывают, что все
Все вот это у нас будет обдуваться, обволакиваться горячим воздухом при температуре от 80 до 200 градусов. И тебе ничего не надо делать. Раз, два, три. Ты красива, ты стройна и ты, самое главное, счастлива. Вспомните, скоро лето. Нам всем нужно хоть немножечко, но похудеть после зимовки, после новогодних праздников. Поэтому Тайра Гриль нам в этом точно поможет. Мы едим вкусную еду, но при этом без жира. Вспомните, иногда приходим в поликлинику, сдаем анализ, холестерин повышен. Что такое? А вот представьте, вот если вы будете хотя бы месяц питаться с Тайра Грилем, у вас даже холестерин понизится, потому что жиров вы будете меньше употреблять. Но еду вашу любимую, хрустящую корочку от курочки и так далее, вы все равно будете, ну, с удовольствием есть, но без вреда для здоровья. Конечно, это мне нравится. Конечно, конечно. С бесплатной доставкой. Цена 4999 рублей. Действует цена только сегодня. Слушай, что вообще мы можем приготовить в аэрогриле? Мы давайте можем готовить мясо, любое мясо, абсолютно. Мы можем готовить рыбу. Мы можем готовить, скажем так, полуфабрикаты мясные и рыбные. Мы можем готовить овощи. Мы можем готовить выпечку, мы можем запекать, мы можем разогревать. Кстати, что тоже мне, например, нравится больше всего, потому что мы дома, я тебе честно признаюсь, мы боремся с микроволновой печкой. Ага. Просто боремся. Я вообще выбросила, Гриш, микроволновку. Ну зачем эти микроволны? Вот это все, это вредно. Гриш, скажи, вот ты как отец троих девчонок. Так. Я знаю, что у тебя три доченьки. Так. Они же наверняка тоже следят за своим здоровьем. Тоже питаются правильно. Вы скажи, аэрогриль у вас дома есть? Есть, и они следят за тем, как я их кормлю. Потому что, папа, я хочу, она говорит, Аришка говорит, я хочу вот это. А Аксинья говорит, а я хочу вот это. А старшая Соня говорит, папа, а я хочу вот это. И у меня абсолютно, скажем так, развязаны руки в кулинарном смысле этого слова, потому что Китфорд может готовить абсолютно все и очень быстро. Кстати, вот это очень быстро мне нравится в аэрогриле больше всего. Ну, задумайтесь, скоро поедем с вами на дачу. Там готовить нет возможности и времени. Нам нужно заниматься грядками. Нам хочется дольше проводить время на улице. Кто будет готовить? Аэрогриль. Готовить в два раза быстрее. Со здоровьем для вас. Новый цвет, не забудьте про него. Белый, еще есть бирюза и черный. Выбирайте и звоните с бесплатной доставкой.